Здравствуйте, я Максим Дорожко, вратарь русской Витязи. Максим, ты тренировался в последнее время в основной команде. Расскажи, сколько по времени тренировался, как тебе тренировки? Ну, с молодежкой приехали, отправились в первую команду. С 1 марта мы тут как бы тренируемся. Тут набрался опыта от старших ребят, как бы уже не так руки трясутся, как бы вроде потянулся работать. Что ты для себя нового подчеркнул? Ну, с каждой тренировкой как бы подчеркиваю что-то новое постоянно. Там Михаил Алексеевич, тренер вратарский, подсказывает там всякие моменты. Ну, много чего нового уже нашел. Не грустно обратно возвращаться в молодежку? Ну, есть немножко, но что ж делать? Не придется. Понравилось тебе в основе? Конечно, понравилось. Если откинуть спортивные моменты, понятно, КХЛ, МХЛ, а внутренняя жизнь чем отличается? Живу близко, недалеко ездить, как-то атмосфера другая немножко, все как-то профессионально. Пицца есть. Пицца есть? Да. Вкусная? Вкусная. Сколько ты съедал пиццы после каждой тренировки? Да немножечко. Когда в зале задерживался, я даже не успевал, мне было. Расскажи немного о том, как тебя восприняли в команде, как тебе дали место, где тебе сесть. Не было ли каких-то моментов, что все-таки ты, наверное, самый младший, да. Кто сейчас был в раздевалке? Ну, как-то приходил сначала, Денисов там уезжал в вышку, например, я на его месте сидел. Потом Сапрыкин там в вышку уезжал, я на его месте сидел, как-то вот так вот кочевал с места на место. Вот восприняли нормально, хорошо, в принципе, ничего там. Такого не было. Еще год назад ты был в детско-юношеской школе, а сегодня, да, ты в раздевалке первой команды. Вот как для тебя это неожиданно было, что конечно, тебя позвали потренироваться? Как-то сейчас даже бывает задумываюсь об этом, но вот год назад еще в школе как бы играл, а тут сейчас тренируюсь с первой команды, как-то странно. Не знаю, будет прикольно. Успел пофотографироваться в раздевалке? Да нет, вроде не был такой. То вдруг не поверят. А? Да ну, ладно, что? Кому надо, то знает. Максим, давай вернемся к МХЛ. Следишь ли ты сейчас за играми плей-офф? Да, слежу, конечно, смотрю матчи. Кто тебе больше всего импонирует, кто больше нравится? Спартак, вот, играя с Динамо в питерском, как бы нравится, как играю. Спартак, я друг играет, как бы очень болею за Спартак. Все-таки получается и ты, и вот и Алексей Краснов тоже болеет за Спартак. Прям ну, какая-то да. Любовь у вас к Спартаку. Есть такое. Максим, ну а не обидно все-таки, что сами-то не играете? Обидно, конечно. Это был первый сезон мой в МХЛ. Как бы в следующем сезоне надо будет доказывать как бы много и пробиваться в плей-офф, и вот, чтобы хочется поднять уже Харламова над головой в следующем сезоне.